Друзья, в приюте очень тяжелое положение. Очень тяжелое, друзья, по-настоящему тяжелое. Корма на 2 дня. Помогите приюту, прошу вас, пожалуйста. Срочно нужна помощь. Ребята, пожалуйста, очень-очень экстренно. Ребята, последний теплый месяц. Если мы сейчас не успеем хоть немножко утеплиться, ребят, ну мы зимой замерзнем. Я умоляю вас, ребята, пока солнце, пока тепло, пожалуйста, помогите нам. Прошу вас, помогите. Последние дни, ребята. Август уже наполовину прошел. Последние теплые дни. Сейчас начнется опять сезон дождей, а потом заморозки. Грязь, когда невозможно работать. Ребята, последние теплые дни, когда мы еще что-то можем сделать для приюта. Ребята, ведь нас не спрашивают, нужны нам вот эти дети или нет. Посмотрите, в каком состоянии находятся эти малыши. И скажите, как я могу отказать их взять? Вот как? У них уже 2-я стадия демодекоза. Они смертники, ребят. А вы представляете, что испытывают эти дети? Какой зуд на теле? Это ведь не просто там где-то пятнышко зачесалось. Ребята, это полтела зудит по-сумасшедшему. Ребята, мне нужна ваша помощь. Я взываю вас как к людям, к нормальным людям. Я взываю к вам и прошу вас, помогите. Друзья, нам нужна ваша помощь. Отзовитесь, пожалуйста. Лохматая душа просит вас об экстренной, срочной помощи. Вы нужны нам. Я надеюсь на вас. Нам необходима эта вода. Нам необходим свет. Друзья, нам необходимо в дальний конец провести воду и свет. Помогите, умоляю. Ребята, делаем траншею, чтобы проложить воду. Не дай бог, ребята, сейчас начнутся дожди, и мы останемся без воды. Нам необходимо срочно проложить воду. Срочно. Друзья, нам срочно нужна труба. Труба-утеплитель, чтобы можно было вывести наверх несколько хотя бы выходов сделать. Друзья, я прошу вашей помощи, срочной помощи. Иначе, если мы это не сделаем, вы представляете, что зимой бегать с ведром вот это расстояние? И в сколько вольеров мы зимой сможем налить воду, вот так бегая по морозу? Ребята, помимо трубы, нам нужны тройники, отводы, краны. Нам нужен песок и гравий. Ребята, у меня огромная просьба помочь. Ребята, помогите приюту, иначе мы останемся без воды. У нас все важно. Корма нет. Долги в клинике зашкаливают. Но, ребята, нам очень-очень необходимо проложить воду. Мои хорошие, я нашла деньги, чтобы вызвать трактор, который нам это сейчас делает траншею. Нам необходима труба. Я прошу вас, мои дорогие, пожалуйста, прошу вас, помогите купить трубу. Ребята, без вашей помощи нам не справиться. Я прошу вас, помогите нам, ребята, отзовитесь. Мои хорошие, мои хорошие. Да ладно. Да. Мамины, мамины. Мои красивые мамины. Мамины, мамины. Да ладно, ладно, ребенок. Чудовище. Да, да, да. Что, мое солнышко? Красавчик мамин. Хорошие мои дети. Мой золотой. Мой ушастик такой. Ушки у ослика какого забрали, а? Ушки забрали у ослика. Красивый мой ребенок. Ты такой смешной. Мамин. Ребенок красивый. Солнышко, мои инвалидики маленькие мои, мой маленький ребенок, трехлапочка моя дорогая,
Мое солнышко. Что, мои красивые? Маминые. Ребят, нам необходимо... Необходимо, ребят, пожалуйста, очень нужна ваша помощь. Очень, ребят, прошу вас. Маминые, мои хорошие. Ребята, помогите приюту, прошу вас, ребята.